Вот, а вот, где мы в гостях у Галины Михайловны. Где у тебя все это потом хранится будет? На карточке. Ну, как на карточке, я же это скидываю. Ну, они уже наполовину уже теряют. Вот у Галины Михайловны тут клумба. Они уже не первой свежести. Астры. Но они еще красивые. Астры, такая еще астрочка. Красивые. Такая с сердцевинкой. Вот смотри, стоит вот на углу. Это сразу смесь? Целый букет. Вот красная, смотри. Вот это да. Одна штука, а весь букет сразу. Да, да, да. Ну, смотри, целый букет. Сколько их тут получается? Вот, да. 7 штук. 7 штук. Собрать уже букет. Угу. Одну срезать и букет. Ну, здесь целый. У вас, я так думаю, это смесь, Галина Михайловна. Это, наверное, смесь вы посадили, да? Смотрите, одного может сорта. Быть, да, может быть, Оксана, да, смесь, да. Потому что у меня и отдельно были сорта. Отдельно были розовые и синие, и была смесь. А в смеси там, конечно, все может быть. Но самое красивое, это вот здесь у вас. Грядочка ваша. Вот оно. Вот это красивый ваш. Вот смотри, здесь они высокие. Здесь они высокие. А здесь низковатые, да? Но они как такие красивые. Вы посмотрите, какие они красивые. Красивые, да, ничего не скажешь. У них такие листочки. И они еще не полностью раскрылись. Такое ощущение, как будто они должны еще раскрыться. Вот я не понимаю. Вроде бы цвет один, да? Да, а вот форма цветка другая. Видишь, и вот и этот такой другая. Же. Это, вот. Наверное, у вас просто да. Смесь какая-то и попалась. Там, такой же тоже, как бы, плановидный, как будто. Очень красивые. Вот это наверное, цвет красивый, голубенький. Да. Это, наверное, какое-нибудь озеро. Ну, вот пионовидные, это вот эти все. А коготковый? Не должно было бы с этой на ваш взгляд, какой здесь, самый? А здесь другой сорт, видишь, опять. Вообще-то вот это похоже, а вот это вроде бы другой тоже самое вроде. Галина Михайловна, на ваш взгляд, какой самый интересный вот сорт? Коготковая, пионовидная или вот это с ромашками? Ой, ты знаешь, я, например, не люблю вот эти. А посмотрите, какой гигант. Вы видели, острый, какой гигант? Да, вот я тебе и говорю, что белые крупные, вон они три штуки. Просто но они 10... падают большие. Три штуки. Это смесь какая-то, видно, это у вас они была. Все три штуки, видишь, какие большие. Угу. А вот которая была у меня турецкая. Персидская. Ой, какие были. Вот все. Она не такая была? Нет. Нет? Я думала прямо, как нет. Я вам засняла. Она вот больше вот на такую астру похожа. То есть у нее вот эти вот тоненькие, как вермишелька, понимаешь? Так вот эти тоже как вермишелька. Они потом раскрывались. Они были вначале беленькие, потом раскрывались и делались ярче, сиреневые. Мощные, высокие, по одной штуке, вот такой вот высоты, представляешь, плотные, крепкие стояли. А этот, подождите, это тоже получается у нас одиночка, смотрите, одиночная. Ну, вот тут и такие. Видите, а где-то вот есть. Вот это тоже вот, а вот это вот кустом. Это одиночка. А это вот кустом, а это кустом, ну, вот, так, вот пойми, знает, разбери, да? Знает. Вот это вот, тут тоже кустом вроде. Кто знает, от чего и почему. Но вы их сажали, я смотрю, по 6 штук в ряд, да, где-то у вас? Да, раз, да, чтобы у них да. Местечко было. Да, да, да. У меня там даже не по 6, по 7 я сажала. По 7. Я сажала по 7, 20 рядов. 20 рядов. Угу. Ну, не знаю, так, гладиолусы. Гладиолусы мы опрыскали. А гладиолусы тоже я, по-моему, по 7 штук сажала. Вот. Но только их там много. Много не взошло. Много не взошло, там много пустоты. Вот это светофоровские, наверное, у вас, да? Короче, эта грядка у вас, то, что я вам и вы покупали. Все среднего вот такого, такой величины, которые вот я в Девяткино покупала и которые ты давала, ну вот такие небольшие, средненькие uh-huh. такие. Там самые крупные, но у меня крупных особо не было. Я же говорю, я в прошлом году и по осени, и зимой очень много выбрасывала. Угу. Я 200 выбросила. А это детка? Чем мы на детку а детка, да. не подошли? О, детку-то надо было тоже попрыскать мне. А у меня уже, наверное, закончился.
Ну, вы попрыскайте вот, под... Вот тут красный тоже не распускается. Вот тут тоже не хочется. У вас они заражены. Он тоже весь такой, как завел, как зажат есть. Галина Михайловна, они у вас с трипсами. Трипсами. Так, помидоры в открытом грунте. Вот так можно вырастить все. Вон какие помидорчики. Галина Михайловна, пойдемте в теплицу вашу, а? Пошли. Я тебе на это, Оксан, вот этот, вот я про этот вот тебе, вот про эту штуку говорю. Про что? Вот про эту. Видишь, сколько у него этих веток? Кто? Вот на этом. Ну, кто смотри, это? Смотри, одна ветка, вторая, третья, четвертая, кто пятая, это? Там, наверное, шестая. Небольшой, а столько веток. И на каждой как, что за сорт? Ну, вот я думала, что это из моих обычных высоких, но как видно это, наверное, знаешь, что как называется? Видишь, с хвостиком они? Угу. Папина дочка, скорее всего, такая с хвостиком у меня тоже есть. Галина Михайловна, ваши перцы, лучшие перцы в свой. А эти, видишь, палки ставлю, они не держатся. Ой. Это стало уже все желтее. Желтее стало, слава тебе, Господи. Ладно. А это вот Помпео, три штуки вот эти. Вот раз, эти? Два, три. Помпео. Ага, ну Помпео, я вижу, да. Самые крупные. А это что-то совсем маленькие какие-то. А этот потому что один в центре вырос, и я его держала долго, а он не рос. А когда я его убрала, он стал расти тогда. Сорт, это как называется? Вот это? Сорт. Что кто знает? По-моему, старший лейтенант у меня. Старший лейтенант. Парень взрослый. Тут ничего больше хорошего. Ты видишь, какие все сухие, коричневые стали. Это уже посмотри. Один даже возьму. Пустые полностью. Да, пожалуйста, на здоровье. Видишь, полностью уже стали высохли и не растут. И макушки уже... Вы это на семена берете? Да нет, просто их выкинуть надо. Видишь? Помидорки. Вот. Были все почти зеленые. В смысле? А это самое последнее сняла, вот то, что в парнике... Просто хотелось... Вы снимаете вот такие, потом они у вас дозревают до такого? Да. Правда? Да. Правда? Да, правда. Я первый раз 3 килограмма сняла, а потом еще 1 килограмм сняла. И они вот у вас не портятся? Вот лежат. То есть надо помидоры снимать зелеными, что ли? Ты понимаешь, если у тебя есть возможность дождаться, когда они будут красными, то дождись. Так они без фото. Ну, во-первых... Снимаешь, когда большие, следующие быстрее наливаются, это раз. А почему вот эти до сих пор, они зеленые? Ну вот еще до сих пор, значит, я их более зелеными, вот такими, может быть, сняла, поэтому... Да, смотрите, да. Все, и вот так просто в катке вот это... Да, они... Господи, да я правда, нет, я слышала, что люди ставят, под это снимают. Вот, видишь, они лежат, было полное ведро. Только у меня все время они как-то это, знаете, как бы тухнут. Все зеленые тухнут. Были. Полностью? То есть они потихонечку дозариваются в процессе? Ставлю и стоят, или во что-нибудь уберу куда-нибудь. Все, поняла. Это зеленые. Красные туда убрал. И вот. Видишь? А это вы все собрали как-то красными? Нет. Здесь тоже было половина зеленых, половина красных. Дайте на свет. Ну, а домой-то везти у меня нет возможности. И стоят они здесь. Галина Михайловна, а вот это что за сорт такой розовый, понятия красивый? Понятия не имею, потому что они все в куче. Они все в куче. То есть, вот смотрите, как он интересно дозаривается, да? Да? От попочки до горлышка. Там, наверное, внизу еще зеленые еще есть, потому что сверху красные, да. Да. Да, я перекладывала их с места на место. То есть они у вас дозариваются. Это вот эти я у меня вот много таких зеленых. У меня много зеленых в теплице. Может, мне тоже поснимать их всех? Конечно, самые крупные возьми, сними. Да? Конечно. Мне-то кушать надо, поэтому я их сняла, чтобы смотрите, они стали... Смотрите, они мягенькие уже. Давайте ну, вот надо отложим. Перебирать и разбирать. Ой, этот тоже уже мягенький. Завтра буду Денису отдавать, и завтра я переберусь. Ага. Вот этот интересно, что за сорт. Да. Помидорка потому такая. Что здесь, когда я пишу, я записываю, сколько какого сорта я сняла. Вы уже взвесили это все? А потом все сюда в кучу. Я хотела на помидор написать, но вот он будет красный, может, на нем и незаметно будет, какой помидор, что из себя представляет. Я имею в виду, вы уже это их... надо пробовать, если... Вы их уже взвешивали? А? Взвесили уже их? Я тебе говорю, я снимаю, кладу в мешок и пишу. С 3 штук сняла 800, допустим, грамм, 5 штук. Вот тетрадки у меня записаны. Поняла? Поняла.
Вот. А здесь я уже не знаю, какой сорт. Что, много что, уксуса что. На даче берете, да? А это было куплено еще 2 года тому назад. 4 бутылки или 5 было куплено. Угу. Это надо было чего-то, я опрыскивать уксусом хотела.